Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот вы сегодня уезжаете. Почему добрый вечер? Потому что уже время у нас 9 часов, да? Вы уезжаете сегодня. Скажите, пожалуйста, с какой стороны вы приехали? И вот вы отдыхали в комплексе Star Dreams. Насколько вам понравился отдых вообще? Как у вас прошел отпуск? Ну, откуда мы приехали, девочки? Откуда? Из Израиля. С Израиля, да? Ну, как вам понравилось в Болгарии? Больше, чем в Израиле. Больше? Ну хорошо, сам комплекс Star Dreams, близко до моря, да? Все очень хорошо, правда. Хорошо отдохнули, да? Очень. Ну, очень понравился. Бассейн понравился? Очень понравился. Ну вы даже... Особенно, что в новом мы даже не успели искупаться. Ну не успели. Сколько бассейнов, да, что даже не успели искупаться, да? Мы победили 2 бассейна, а во втором вообще не успели искупаться. Ну вот, значит что, значит как минимум, ну... Значит мяу. Ясно. Ну, значит, как минимум в следующем году надо обязательно вернуться, чтобы искупаться в другом бассейне, правильно? Правильно. Ну, а сам апартамент вам все понравился? Все отлично, все супер. Все, что нужно было, мы здесь нашли. И даже немножко больше. Вот так вот. Значит, уютный апартамент, хороший комплекс. Вот наша компания Евродом 21 вас встречала, вот сейчас провожает вас. Вот, и все понравилось, никаких... Все как надо. Все здорово, да? Ну что, тогда мы вас отпускаем и ждем вас как минимум в следующем году. Постараемся. До встречи. До свидания.